Этот сеянец уже не новый, но я за ним наблюдаю. Номер 871. По цвету он похож на элефант, такой вот сливовый, и, наверное, что-то среднее между бургундским цветом, бордовым и сливовым. Полумахровый. Цветы крупные, ну, меньше, чем у элефанта, но зато прекрасно цветет. Вот вы можете посмотреть. Розетка самоформирующаяся. Цветоносы идут один за одним. Цветы крупные, цветоносы крепкие. И, в общем-то, вот по таким показателям, как бы в общем, в среднем, можно сказать, что он очень удачный, и буду его размножать без проблем.